Сегодня у Гомельской области проживает амаль 753 тысячи жанчын. Это больше за половину от агульной колькости насельництва. Большая частка из них, 590 тысяч, живет в городах и поселках городского типа. Портрет сучасной жанчыны с допомогой специалистов Головного статистического управления склала Вероника Гамзюкова. За апошние 20 годов колькость женщин в городах повеличивается, а вось у сельской местности наоборот падает. У початку 90-х у городах проживали 560 тысяч, у той час, як у вёсках 301 тысяча. Сегодня личбы имкливо меняются. 590 тысяч женщин живе у городах, а вось у вёсках усяго 162 тысячи. В области у нас на тысячу женщин приходится 873 мужчины. Ну, а как бы за женихами нашим женщинам нужно ехать в сельскую местность. Там у нас на тысячу женщин 931 мужчина приходится. В минулом году у шлюбу вступили амаль 9 тысяч женщин. Большинство из них находилось во возрасте 20-29 годов. Прикладно у таким же возрастовым диапазоне жихарки региона упершиню становятся мати. Что касается рождения детей, то есть у нас, конечно, в последние годы наблюдается тенденция увеличения среднего возраста женщины при рождении там первого и последующих детей, то есть все женщины рожают все позже. Представницы пригожей половы человечества активно імкнуцца до отримання ведов. На початок 2018-2019 навучального года сярод студентов и магистрантов 51% дзяўчыны. Переважно жаночими спеціяльнасцямі застаются ахова здоровья и социальные послуги, адукация, финансовая и страховая деятельность, гандаль. На кіраўніцкіх посадах полова жанчыны. В последнее время наблюдается тенденция увеличения числа женщин на руководящих должностях. То есть в области у нас практически половина руководящих должностей занимает именно женщины. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».